Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами будем читать стихотворение «Скрипач». У меня сосед скрипач, да какой еще, хоть плач, но недавно въехал к нам. Он тоже мальчик, Толя, учится в какой-то там музыкальной школе. Я звал его играть в футбол, а он, конечно, не пошел. Я занят, к сожалению, готовлюсь к выступлению. Чего и ждать от скрипача? Боится он, небось, мяча. Да хоть бы он умел играть на своей скрипочке, играл бы, что ли, всякие хорошенькие штучки. А то он пилит целый день одну и ту же дребедень. Идешь еще по лестнице, и слышится вдали: тили, пили, тили, пили, тили, пили. Что он там пилит, наш сосед, спрашиваю маму. Он не пилит, был ответ, а играет гамму. Тут мама стала объяснять, что надо упражняться, что я бы, чем мячи гонять, мог тоже подзаняться, что без учения ни почем не станешь даже скрипачом. В общем, из-за этих гамм за уроки сел я сам. Я ему за эти гаммы как-нибудь еще задам. Видите, скрипач играет, друг, на скрипочке, а мальчик смотрит и не может понять, что это такое. Ему бы футбол погонять. Теперь здесь будем читать. А на днях билет мне дали на концерт в колонном зале. Был замечательный концерт. Я не скучал нисколько. Вдруг, совсем уже в конце, выходит этот Толька в костюмчике с воротничком, со скрипочкой и со смычком. Я затрясся прямо. Сейчас начнется гамма. Давай скорее уходить. Толкаю я соседа, а то он как начнет зудить, не кончит до обеда. Тише, сзади закричали. Я и встать-то не успел. Слышу, тихо стало в зале. Кто-то, слышу, вдруг запел. Неужели это скрипка? Тут какая-то ошибка. Я смотрю на сцену. Нет, ошибки нет. Там стоит со скрипкой Толя, мой сосед. Играет, не боится, а ведь кругом народ. Скрипка, словно птица, поет, поет, поет. И вдруг она умолкла, и зал загрохотал. Я как крикнул: «Толька, ну что ж ты перестал?» Сосед толкнул меня плечом: «Ты что, знаком со скрипачом?» А я ответил с торжеством: «Да мы же вместе с ним живем. Домой нам было по пути. Он дал мне скрипку понести». Вот такое интересное стихотворение. Теперь они подружились. И мальчик очень гордится за то, что Толя, сосед его, такой скрипач, который даже в колонном зале играл. Вот что значит: просто надо очень много тренироваться, упражняться, и тогда все будет получаться очень хорошо, как у этого Толи. А сейчас всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. И до новой встречи!